Приветствую вас, дорогие друзья, с вами на связи Валентина Хекман. Вот нас тут собрали всех в музыкальной школе. Объявили, что нашли бомбу 500-килограммовую со времен войны и эвакуировали ведь всех из дома, из домов близлежащих. Вот сейчас вот мы в музыкальной школе находимся. Сейчас выйду на улицу, еще покажу. Все кругом оцеплено, стоят скорые помощь кругом, пожарные машины. А наш дом вообще со всех сторон оцеплен, ленточками обвязан. Вот впереди наш дом. И здесь весь центр оцеплен лентами. То есть в центр проходить, проезжать нельзя, полиция стоит. Всех заходили прям в каждый подъезд, стучали в каждую дверь и всех эвакуировали очень настойчиво. Так что мы сейчас временно домой попасть не можем. Ладненько, всем всего доброго, до новых встреч, пока-пока.